Сейчас на сцену шоу «Круче всех» выйдет, на мой взгляд, самая загадочная участница. К ней в буквальном смысле притягивается все как к магниту. Встречайте 9-летнюю супердевочку Викторию Маричеву. Какой у вас замечательный Вика-костюм. Наверное, весь секрет в костюме. Когда называешь костюм супергерл, у тебя появляются суперспособности. Нет. Нет? Это у меня от бабушки передалось по наследству. По наследству? Да. Хорошее наследство от бабушки. Понятно. Так, ну раз ты супердевочка, ты наверняка знаешь, что у меня в правом кармане здесь лежит. А... Сейчас давай посмотрим. Монет? Давай посмотрим. Что ты больше любишь? 25, 50? Может, бумагой? 50. 50. Да. Молодец, правильная девочка. Предлагаю сейчас. Смотри, у тебя 50 копеек, у меня 50 копеек. Ты их крепишь на себя, я креплю на себя. И у кого дольше продержится, того и медаль круче всех. Договорились? Хорошо. Спорим, да? На счет три. Раз, два, три. Стой, подожди, подожди, сейчас я вдавлю. Раз, два, три. Угу. Но... Магнит сломался! А ну давай ты. Ух ты! Слушай, а давай попробуем... А давай попробуем сейчас вот на тебя наклеить все монетки. Угу. Можно я попробую? Да. А то вдруг у тебя какой-то секрет. Обалдеть! Ой-о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 й! Я впервые вижу человека, которому буквально прилипают деньги. Это все бабушкино наследство? Ну да. Андрюха, я умоляю тебя, давай выведай все тайны этого волшебного трюка. Нам обязательно такое наследство тоже должно перепасть. Скажи, пожалуйста, а только монеты прилипают? Ну, ложки, вилки, там может быть смартфон там. Смартфон? Да. А что-то... А потяжелее, что тебе нужно? Вот, допустим, там цепи, утюги, бензопила. Утюг. Утюг нормально да, подойдет, да. И утюг прилипнет? Да. Так, хорошо, я обеспечиваю тебя реквизитом, а ты пока развлекаешь Андрея Данилевича рассказами о своем таланте. Хорошо? Угу. Спасибо тебе большое. Аплодисменты Вики Маричевой. Да иди прям с монетками, они твои. Андрюхе отдашь потом. Я бы подумал, что ты необычная девочка, потому что ты необычайно красивая девочка. Красивые волосы, улыбка, красивое платье, вот такие кеды у тебя золотистые. Но оказывается, ты обладаешь магнетизмом, да? Да. Девочка-магнит. И давно это у тебя? Я увидела по телевизору на одной телепрограмме, там, где моя бабушка снималась. Так. И я тоже попробовала, и это было необычно. А ты что-то відчуваешь, вот, когда до тебя приклеивается что-то? Может, какой-то жар, чи біль, чи щось там свербить, я не знаю. Ну, мені добре, не знаю, як сказати. Добре? Да. Слухай, у мене тут є в кишені, зараз подивлюся, що тут в мене є. Не знаю, є ручка, о, телефон є. Приклеїм? Да? Так. Ну, на, сама спробуй. Послухай, то це не треба цей чехол купляти, да? Да? Взяв собі, приклеїв. І що ти зараз відчувала? Там нічого воно не пекло? Ні, якби, ну, притягує просто так, магнітиться. Класно, слухай, я взагалі вражений. Бо це копійки, це вже просто, ну, не цікаво. Отже, ти сказала, що це у бабусі помітила так, таку здібність. А у батьків твоїх немає? Ну, у мами трішки так. Але також більше у бабусі, ну, так? Ну, так, да. Так. Добрий день. Добрий день, Андрій. Ольга Васильевна, скажите, пожалуйста, еще что за такие способности? Способности с детства. На мне висит, например, и рельса. Кусок рельса висит вот так вот. Я вам серьезно говорю. Два утюга. Интересно, интересно. В общем, у тебя такая серьезная защита в виде бабушки есть. Да. Она кошку лечит тоже. Я ей научила, как кошечку лечить. Животик да, болел у кошки? Да, да, расскажи, расскажи. Ну, рукой вводишь по животику. А потом, когда тебе в трудную минуту, ну, когда я, ну, болела, у меня живот так болел, то вона до мене лягла і теж. І вона тебе да полікувала, виходить? Да. Повернула тобі ту енергію, що ти їй віддала, да?
Слухай, ну, а да. Я читав, що люди, які мають такі здібності до магнетизму схильні, в них холодні руки. Може потримати твою руку? Ну, справді, в тебе дуже холодна рука зараз. А у моєї бабушки, у неї одна рука холодна, а одна така тепла, гаряча. Правда? Так. А я можна перевірю, Ольга Васильівна? Конечно. Да? А ну, зачекай. Конечно. Тільки мене зараз туди не кине в зал, Ольга Васильівна. Ага, оця гарячіща вода, рука, а ця холодна. Львіця, вас зарядили. Да? Ви мені зараз що передаєте? Яку... Я її передаю. Так, Ольга Васильівна, не сумніваюся. Спасибо, Ольга Васильівна. Ничего подобного на этой сцене еще не было. И хотел бы, конечно, чтобы ты показала большего на сцене шоу «Круче всех». Я знаю, Андрей Даманский пошел готовить там реквизит. Может быть, что-то потяжелее найдет, чем эти монетки и этот телефон, который к тебе прилипает. Да, да, да. Готова пройти эти испытания? Да. Вика, иди сама попробуй, иди сюда ко мне. Пойдем, пойдем, проверим. Данилевич, я тебя не приглашал, я Вику только одну позвал. Я на всякий случай, зная тебя, я поднимусь вместе с Викой. Ай, Данилевич, это зависть тебе говорит. Смотри. Вот, смотрите. Ольга Васильевна, видите? Держится? Держится, но мне кажется, что вы там намазали что-то, какой-то клей. Ольга Васильевна, это, видимо, бьется, видите? Вы передали ему этот заряд. Ольга Васильевна, вы совершенно правы. Да. Тихо, посмотрите. Тихо, тихо. Что? Клей! А, вижу. Вот, а ну-ка, покажи. Это рука просто вот вспотела, Данилевич. Нельзя завидовать людям. Надо быть добрым. Ай-яй-яй. Ну, да я тоже хотел, ну, хоть на секундочку себя почувствовать особенным. Ну, я просто, ну, не знаю. Ну, как это так? Ты видел, как телефон прилипнет? Я вообще понимаю, что все прилипнет. И даже утюг, наверное, может прилипнуть. Вика. Да. Давай сейчас наши зрители увидят, как ты волшебным образом на себя устанавливаешь все эти предметы. Я готов тебе проассистировать. От вас требуются горячие ладони от аплодисментов, друзья. Громкие аплодисменты. На сцене девушка-магнит Виктория Маричева. Что давать? Замок. Ты сама, да? Что будем дальше магнитить? Ого! Ой-ой-ой-ой-ой! Не горячий хоть? Да ладно! Это фантастика просто, какая-то фантастика! Вика, как ты это делаешь? Где, в чем секрет? Послушай, ну утюг, как? Утюг? Ну, реально тут где-то больше килограмма, кило 200 в утюге. Нет, там 3 килограмма. Андрей, вы ей притулите сами, видите, как оно тянет. Вот вы ей сами. Я боюсь. Не бойтесь. Подождите. Так. Ну что, отпускать? Да. Так, а подождите, я хочу... Да, он тянет. Там слышно, реально как есть, реально тянет. Там реально есть вот, ну, магнитный эффект. Слушай, ну 3 килограмма, ну, попробуй, да. Да, там 3 килограмма. Ты чувствуешь? Он залипает, да. Он прилипает, этот утюг. Он притягивается. Видно, как он прямо достает. Ольга Васильевна, а научиться этому можно как? Нет, этому научиться нельзя. Аплодисменты супер девочке, магниту Виктории Маричевой. Вика, ты знаешь, вот я в завершении предлагаю тебе еще один эксперимент. Ты знаешь, что всем талантливым детям, которые выходят на эту сцену, мы дарим нашу супер медаль, медаль круче всех. Давай проверим, она будет держаться без ленточки. Давайте. На тебе. Медаль в студию! А ну-ка. Какая-то фантастика!
Спасибо.